утро! С вами Марат Юрий, и сегодня мы переходим к домашнему кроссфиту. У нас сегодня, если не ошибаюсь, 7-й день. Поехали! Начинаем с приседаний 20 раз. Дальше упражнение скалолаз 20 раз. Закончили. 20 раз сгибание рук на бицепс. Берем гантельки, наши любимые. И 20 раз поочередно поехали. Закончили? 30 прямых скручиваний. Поехали на пресс. Показали во. И поехали. Закончили? 30 отжиманий. 30 отжиманий. Закончили? 30 боковых скручиваний в каждую сторону. 30 боковых скручиваний в каждую сторону. Закончили? 45 секунд планкинг.
Закончили? 15 выпадов назад в каждой ногой. С весом. С весом. С весом. Работаем по 15 выпадов каждой ножкой. Начинаем с правой. И... Есть. Закончили. 30 упражнений конькобежец. Выполняем упражнение конькобежец. Работаем 30 раз. Закончили. И переходим к последнему упражнению. Работаем. Складочку поднимаем. Ровные ручки и ножки. Выполняем 30 раз. Поехали. Тридцать. Закончили, ребят. Итак, если вам нравится наше видео, подписываемся, ставим лайки. Ребят, кстати, если у вас те же интересы, что у меня, можно добавляться в друзья. Пишем в комментариях. Предлагаем свои идеи. Будем реализовывать. До встречи.